Столица республики в пятый раз готовится стать участником международной общественной акции «Бессмертный полк». В День Победы, 9 мая, родственники фронтовиков-победителей, погибших на полях сражений или ушедших из жизни в мирное время, выстроятся в специальную колонну «Бессмертный полк» и пронесут транспарант с фотографией своего солдата. В акции могут принять все желающие. Для этого необходимо изготовить штендер. Фотографию штендер можно заказать в чебоксарских типографиях – листок либо гранит. Построение 9 мая. В 12:00 на площади республики. Колонна торжественным маршем начнет движение в 13:00. Участники акции пройдут отдельной коробкой в параде Победы. В этом году будут организованы дополнительные места сбора участников. По маршруту следования установлены точки озвучивания. В акции примут участие около 100 волонтеров. 50 из них являются студентами-медиками. Остальные будут помогать в построении колонны. Юным участникам проекта раздадут шары и флажки с символикой акции. Напомним, что в прошлом году почтить память героев-фронтовиков в столице Чувашии собрались около 20 тысяч чебоксарцев.